Поняла, как поработать, да? Поняла. Сол вокально правишь? Угу. Вокалист. Забыла, все забыла. Было все неплохо, но я говорю, не вспоминаешь ничего, не вспоминаешь. То, что мы в классе оставляем это в покое, но дома немножечко все равно иногда вспоминаем. Берешь дыхание, ты все это знаешь прекрасно. Не хватает там где-то что-то, не выпадывай из энергетики. Ни в коем случае, держи эту паузу, держи ее паузу. Потому что вот это вот второе... То есть вот это все должно быть. Еще разочек давайте. Все-таки, Вероника, уйти во второе проведение, уйти больше в закрытом звуке. Сквозь зубы его. Ты первые дала, а здесь дай наоборот, больше закрытого звука. Так он тоже срезонирует. Он отскочит от зубов только так. Еще разочек. Первую дай зевковую, вторую дай вот такую. Пошли. Первый раз мы та-та-та-та, потом держим. Хорошо, пойдем. Вторую, прямо вторую часть. Было неплохо, молодец. Было неплохо. Пойдем. Что, что-то такое подозрение закралось? Вдох, да? Мы сейчас на полтона выше поем, я неправильно позицию поставил. А мы же да? Вроде в до договорились, нет? В до? Я забыла уже, что то есть мы сейчас выше пели, чем надо? А, мы же, по-моему, договорились, что... Мы пели в си. В си, а потом... Потом подняли выше, да? А, мы все подняли, значит, правильно. Угу. Пойдем еще разочек. Со вторым разом со словами. Вот эту вот, вторую часть вокализа. Там высоко, там далеко, пряча печали свои, замерзает солнце. Спасибо. Да, там печали свои, что-то мне сейчас резануло. Печали, да? Да, вообще резануло это место, оно было такое какое-то правильное. Я имею в виду, что я имею в виду какое-то вот. Не буду сумочку. Вот ты знаешь, не надо ее петь. Потому что там ее. Там высоко, ты поставила кого на печали свои. Лучше на одной останься. Останься на одной, то есть ты дашь другую энергетику. По-другому спишь, не надо. Вот этот плинтус, он идет уже с тенденцией. Он уже тенденциозный такой, потому что ты уже его сделала, и опять лучше печали свои. То есть ритмически только сдвинь его. Печали свои. Можешь так. Печали свои.
поработай здесь свободно совершенно, но на одной нотке. Второе там высоко. Там высоко. Свободно. Несмотря на все, что было, все равно любить весь мир. Хорошо. Только мир собою занят, просто так в ответ любить не станет. Заведала, потому что я не попала. Ничего, ничего, ничего. Зато была свободна в начале, мне очень понравилось. Ничего. Вот так и все. Пометь, пожалуйста, себе, что там у тебя одна нота, но сдвижка по ритму идет. Вот так. Но все-таки вспомнили. Вспомнили, немножечко поработали, реанимировали. Значит, сейчас основная, конечно, нагрузка ложится на подготовку джазового стандарта к конкурсу. Ровно 2 недели до конкурса. 1 апреля. Ровно 2 недели. И, значит, Вероника, за «Делу ветер» тебе петь в концерте через 3 недели. Ни разу не пели. Ну вот с фонограммой споем на следующей неделе. Ну да, мы будем работать.